Финансовое состояние Юрия Реницы будет проверено Национальным агентством по неподкупности. Социалист Влад Батрынч уведомил учреждение об обнаруженных несоответствиях в декларации о доходах депутата и получил ответ по этому поводу. Санитет контрол аверийши интерес лор персонали о домлу Рениц. Атонч консанторсы Молдова дэнсул авут пиконтур банкари сумме консистенти де бань. Песте 400 де мей делей молдовенеш, песте 17 мей де евро ши он конт ин ронь, ин лей романешт. Подсовы деклар, шам трансмисса чести дати кэтри аниеши, кэтри прокуратура, кэдэнсул ин приуна кутуаты фамилия. А трейд о периоды де тим пына девини депутат, ку 3 мей делей пилуны. Репет, ку туаты фамилия, ку сервичили коммунали, ку доу автомобили, кари пробабилка. Сумеря чести де бань, кари ел у авут ин конт, практик, ну а фост утилизати, фолосити, аурамаса челеш. Ши дэнсула трейду арден пенсии. По словам Батрынча, бывший посол Республики Молдова в Бухаресте Юрий Реница оказался на этой должности незаконно. Социалист утверждает, что и об этом он уведомил прокуратуру. Промоваря домнилуй ин функция де амбассадора на ану 2010. А фос комиссы, а фос продусы ку инкалкэр гравия леджи. Дар аша есть, если я дечизий политик, а тонч канченева есть тримис амбассадор ла Букурешт. Ка софи тримис амбассадор ел урма со обтине, ачест град дипломатик. Ши чедила министеру де экстерним приуна ку прешединте интеримар де атонч Михай Гимпу, ал факут ин эфорт ши ел калкулат ка ши стадию дипломатик ани де факультате, кари ну авут нимик комун ку экспериенса дипломатика. Ши инклусив ши трей ань кари дэнсул активат ла American British Tobacco. Anii 2007-2010. La București am făcut facultatea de relații internaționale și ulterior, evident că am fost angajat la externe prin hotărâre a Guvernului Republicii Moldova. Влад Батрынча подчеркнул, что, будучи послом, Юрий Реница был замешан в нескольких скандалах. В то же время бывший дипломат допустил ряд нарушений в финансовом управлении посольством. Фиинд ла București, думнялуй, асервит фидел, ло филат ло плохотню. Кынт а вот лог скандалур де пропорций, инчеч сын де контрабанды ку тутун, ку цигарете. А тонч кэн практик септиманал, органили дин Румыния упряв камиуане плине ку цигарь. Шият ин тоса чештяне амбассадору ла коло фос домну Рениц. Eu mi-am făcut datoria cum am considerat că e mai corect față de cetățenii Republicii Moldova. Влад Батрынча настаивает на том, что Юрий Реница участвует в скрытых политических играх. Atunci când conectați microfonul, să știți că de fiecare dată știm că sunteți conservalul plăhotniuc. Și vă explicăm de ce. Anume, prin dumneavoastră în spațiu public se introduc diferite manipulări, videouri și diferite dezinformări pregătite în laboratoarele lui Plăhotniuc. Депутат от ПСРМ говорит, что пока не получил ответа из Генпрокуратуры и МИДИ, чтобы выяснить, как Реница был назначен на должность посла. Напоминаем, что депутат блока АКУМ Юрий Реница был чрезвычайным и полномочным послом Республики Молдова в Румынии, а также в Сербии, Черногории в период с 2010 по 2015 годы.